Всем огромнейший привет! На улице минус 15, но мы с вами сейчас освоим новый маяк, который открылся в Москве. На улице, которая называется проезд завода «Серп и Молот», дом 1, метро «Лефортово», также рядом с метро «Авиамоторная». В общем, дикий холод. Магазин открылся совсем-совсем недавно. Зайдем, посмотрим на ассортимент. Вдруг там еще больше всяких новинок, чем в предыдущем маяке. Шарики, смотрите, еще открытие. Ой, какой светлый, просторный, еще пахнет краской. Видите, только-только после ремонта здания. Тут вас на входе ждет море тележек, ждут покупатели, конечно же. Возьмем чистенькую, даже еще строительная пыль не вытерта. Так, а как здесь? Даже веревочки еще не сняты, защитные. Придется брать другую. Да, веревочки не сняты, не подготовились. И на входе, как всегда, мягкие игрушки, тут акулы и авокадо. Миньоны 381, авокадо 550. Миньоны вот такие маленькие. Так, тут вот еще мягкая игрушка, глазастик корги. А, это корги, вот он какой, 412. И акула 1015. В общем, знакомые нам уже товары из маяка. Пойдемте дальше. Гора детских игрушек, тут и автотрек гибкий, светящийся, по-моему, 1355, паучки, машинки, перевертыши, перевертыш 115, тянучка-паук 119, так, типа лего 283, магазин печенья 205, бомбочки для ванны 241. Смотрите, как удобно. Крупные ценники около каждой коробки. Пока что полный порядок. Для девочек вот красота. Наборы 340 рублей. Beauty Collection. Смотрите, лаки, все дела. Так, что здесь? Пластилин легкий, 120 рублей. Есть здесь и гирлянды занавеса 2 метра, 1,5 метра в высоту, 2 метра в ширину, 80 LED-ламп, 8 режимов свечения, 228. Так, и 4-метровый, 368. Но, кроме того, здесь есть 3-метровые сетки гирлянды. 192 лампы и стоят 682 рубля. Прозрачная нить, 8 режимов, 3 на 2. Пока что скидок после новогодних нет, но это и понятно, потому что все-таки праздники еще не закончились. Еще январь не закончился, еще старый Новый год. Так, светодиодные прожекторы 358, 50 ватт и поменьше 210. Эти уже 30 ватт. Производитель старт. Так, значит, что мне нужно? Сетевой фильтр нужен, но он, конечно, очень короткий. Я такой уже взяла, довольна. Но минус у него, конечно, что он темный. На светлом, допустим, светлом дизайне его очень хорошо видно будет, чересчур. И минус в том, что он, конечно, короткий. Буквально от розетки и чуть-чуть совсем, да, 1,5 метра у него длина. 5 гнезд и еще есть 2 гнезда USB. Это тоже большой плюс. Но возьму, потому что мне как раз удлинители сейчас нужны. Ой, нет, полочки, какая-то странная тележка. Что здесь интересно? Увлажнитель воздуха с антивирусной ультрафиолетовой лампой 3450 рублей. Экотехнологии Гигростат. Автоматическое поддержание уровня влажности от 45 до 90%. Дальше усиленный антивирусный эффект. Улучшенная ультрафиолетовая лампа типа С обеспечивает надежный бактерицидный эффект. Таймер до 8 часов, ультрафиолетовая лампа, что ли, подогрев воды 3 литра, 100 ватт. Вот такая штука. Сделана в Китае, 3450. Так, кофеварка 1272, кофемолка 567, термос, чайники. А, Люми, вот этот красный, как был в доброцене, 870 он здесь, 2 литра, 1800 ватт. И металл внутри. Может быть, актуально как раз коврики грязи, пылезащитные 152 рубля, ячеистый 40 на 60. Есть еще травка 86 рублей. Вот такой эконом-вариант. И можно, по-моему, их соединять друг с другом. Да, вот здесь шипы такие. И делать шире и длиннее. 42 на 56, 86 рублей стоит. Смотрите, гардерика. Сковородка 26 сантиметров в диаметре. Ой, ручка антискользящая. Что
что тут еще? Ручное литье с антипригарным покрытием. Сделано в России. Литой алюминий, тут многослойный. А стоимость 756 рублей. Самое главное, что есть еще блинница. А это стоимость к блинной сковороде. Вот к этой сковородке слева, которая не было стоимости. 22 сантиметра, она сделана в России. Ручное литье, тоже с антипригарным покрытием. 756, тяжеленькая, и ручка антискользящая такая, с напылением каким-то. Что еще интересно? Я, смотрите, нашла жаровню с ручками, металлическая. И здесь плюс в том, ну, во-первых, минус, конечно, что это не чугун, это алюминий, но алюминий толстый. Посмотрите, какой толстый. Дальше плюс какой? Антипригарное покрытие. Следующий плюс. Смотрите, какой хороший диаметр. Затем толстенное дно, алюминиевое тоже многослойное. Тяжелое-тяжелое. Толстые-толстые тут бока. Единственное, что неизвестно, насколько долго продержится это покрытие, насколько оно хорошо сделано. Еще плюс, что сделано в России. И смотрите, в комплекте идет крышка стеклянная с металлическим ободком, с дырочкой для вывода пара. Но единственное, что ручка пластиковая, нельзя будет эту крышку в духовку ставить. Да, ручка такая же, как ручка у сковороды, с таким антискользящим покрытием, как будто бы, не знаю, даже велюр, что ли, как назвать, ручки. В общем, ставить в духовку без крышки, в этом минус. Двигаемся с вами дальше. Жаровня интересная. И смотрите, что здесь, между прочим, еще и швабра. Но она немножко отличается от светофоровской. Я вам уже показывала все различия. Здесь две затычки внизу, которые очень плохо держатся, силиконовые вот здесь крышечки, это раз. Во-вторых, ведра побольше объемом, немножко отличается само ведро. Ручка такая же, и здесь есть сменная тряпочка, то есть всего две тряпки из микрофибры. В этом плюс, но остальные минусы, потому что затычки выскакивают, вода может вылиться, а так все, в принципе, тот же самый механизм. Дальше, дуршлаг складной, круглый, красный-зеленый, 169 рублей. Автоподжиг, смотрите-ка, пьезозажигалка газовая, в принципе, хорошая штука. Таз складной 520 рублей, 440 граммов. Так, а сколько же здесь литров? Литры не написано, Китай. Ну, вы пишете тоже, что он берет и складывается. В общем, есть свои плюсы и минусы. Диаметр около 40 сантиметров, 9 литров. Вот, объем у него 9 литров. Легенький, в принципе, места мало займет, но вот вопрос в том, что он может взять и сложиться. А у кого-то даже рвется вот эта вот прокладка силиконовая. Есть такие же подносы. А, это доска разделочная. Три в одном. Многофункциональная разделочная доска. Тазик и дуршлаг. Вот такие дела. Да, губки здесь дешевле, чем в секс-прайсе. Здесь 16,90 стоит 5 штучек. Вот такие для посуды. Но я уже взяла в секс-прайсе. Пропустила я, оказывается, нужно еще смотреть повыше. Сковорода блинная Декоретто, 22-сантиметровая, 348 стоит. Сейчас посмотрим. Значит, получается, она в два раза дешевле Гардарики. Гардарика 756, а это 348. Но она, видите, совсем другого качества. Легкая, хоть и алюминиевая, тоже с каким-то покрытием. Так, а сделана она в Китае. Производитель Арлекино. В общем, тут все понятно. Ручка на клепках. Еще я не заметила, смотрите, весы какие-то есть. Home Element. И другие есть весы со съемной чашей. Три варианта цвета. Что тут еще написано? Ничего больше не написано. Максимальный вес 5 килограммов. А здесь 7 килограммов максимальный вес, килограммов. Для кухни электронные 1 грамм цена деления. Потом есть обнуление тары. Вот эти тоже хорошие. А главное, что до 7 килограммов. И цвет разный. Вот, нужно смотреть на галочку. Весы кухонные 570, которые до 5 килограммов. А эти непонятно. Нет ценника. Мольберт здесь 1185, вот как в светофоре, в маяке. По-моему, там около 1000 рублей в светофоре. Значит, наборчики подарочные 196 рублей. Крем для рук, гель для рук. Маска увлажняющая. Нежные ручки 133 рубля. Наверное, вот это
Да, все подарочный набор. В общем, станки 43 рубля, 174. Пена для бритья 200 мл, 109 рублей. Джилет, известная марка, тяжеленькая, 200 мл. Да. Есть еще гель Джилет, он уже 160 рублей. Смотрите, гель сам скачет. Он уже 160 рублей. И то отличного качества. Так, сплат. Что это такое? Так, ополаскиватель для полости рта 115 рублей. Какие щетки, смотрите. Медиум. Ручка в цвет самих щетинок. Медиум, медиум. Глубокое очищение. Щетина с серебром. 120 рублей. И с ромашкой ополаскиватель 30 рублей. Зубная паста кря-кря, всякая разная, с витамином F, апельсин, лимонад, 55 рублей. Аквафреш 82 рубля. Еще есть Помарин 85, восстановление эмали. Тимоти 66, кря-кря 67, прелесть Био 74 на каждый день для всех типов волос 400 мл. Head and Shoulders 2 в 1, основной уход, большая расфасовка, 299 рублей. От перхоти 100 мл в подарок, 600 здесь. Я беру Sarti Color, мне заказывали гель. Здесь он 232 рубля, большущая распаковка, упаковка, большущая 3 килограмма, 232 рубля. Есть еще, смотрите, какой Perfect Color. 504 рубля, тоже трехлитровые. Я такими не пользовалась еще. Кря-кря, оказывается, для стирки детского белья 186 рублей, 1,5 литра. Без хлора, pH нейтральный. Так, я приехала в этот маяк. Во-первых, мы с вами должны все посмотреть, изучить, первопроходцами пройти. А во-вторых, конечно, нужно взять кое-какие вещи по списку. Кое-какие товары. Вот первый — это гель для стирки для цветных вещей Sarti Color. Взяли. Затем нужно выбрать будет с вами туалетную бумагу. Так, ну вот всякие средства гигиены, влажные салфетки 61 рубль, диски 41 рубль. Это освежитель, наверное, 71 рубль и 73. Марокканское утро. Листочки мяты и зеленый чай. Да, мыло мне нужно выбрать, дуру желательно. А это хозяйственное. 77. Так, платочки носовые 42 за 10 упаковочек. Нужно мне найти Доместос. Я его нашла. Возьмем сверху, а то скоро рухнет тут. А, это гель для устранения засоров в трубах. 106 рублей. Стоит, в принципе, недорого, я думаю. Антиналет глосс. Азелит. Многие хвалят, а кто-то пишет, что он не так работает. Мощная пена, бережная очистка. 100 рублей. Дос гель, защита и блеск. Сила хлора и белоснежная чистота. 82. Шуманит за 82. Гранулированный от засоров. Но в Фикспрессе дешевле. Там маленькие пакетики. Там не шуманит, а другое средство. Антижир. Удобная минутка. 164 рубля. Вот он. Вообще здесь внизу все вынимают, а верхние коробки получается, что давят. Как-то не так сделано. Таким образом, мы с вами прошли целый ряд от входа. Слева химия, справа посуда и предметы гигиены. Мыло пока я не нашла, дуру, но было такое хозяйственное мыло. Слева здесь я, смотрите, что углядела. Финиш. 28 таблеток, ежедневное очищение для посудомоечных машин. Но я не вижу ценника. Ценника почему-то нет. А, вот, 264 рубля, 28 таблеток. А мистер Пропер для пола и стен 167. Но есть здесь еще и другое. 23 штучки, тоже для посудомоечных машин. Водорастворимые оболочки, чистота и блеск, активный кислород с энзимами, активным кислородом и смягчением воды. 10 в одном, но нет ценников. Здесь есть средства для прочистки труб, есть санитол для ванн, а вот для унитазов я не вижу Доместоса. Да, вот таких необходимых вещей нет. Большущий Ленор, кондиционер для белья, двухлитровый, альпийские луга, 194 рубля, супер концентрат.
Дальше пеленки впитывающие 60 на 80, 30 штук в упаковке, 385. Влажная туалетная бумага эконом 41 рубль. Смарт эконом. Пеленки одноразовые детские 95 на 80, 95 рублей, 80 штук в упаковке. Салфетки для дома, двойная упаковка 275. Универсальные, как тряпка, как салфетка, как угодно. Так, прокладки 24 рубля 15 штук. И Ола 54, ультратонкие 96, нормал, 20 штук. Трусики-подгузники XL до 12 килограммов, 36 штук, 699 рублей. Россия, ООО «Элара», для мальчиков и девочек при том. Есть еще подгузники вот такие, люры. Пятерочка 13-20 килограммов, 40 штук. Трусики одноразовые 370. Еще по списку у меня идет, конечно же, туалетная бумага. Есть тут по 5-4 слоя, 8 рулонов, 177 рублей. Отлично. Берем две упаковки. Есть еще Ова трехслойная, тоже 8 штук в упаковке, но уже по 117 рублей. Но она трехслойная, а трехслойная, как мы с вами знаем, толку мало, она быстро заканчивается, тоненькие рулончики, и то на то и выходит. Есть еще двухслойная бумага, 12 рулонов, фамилия, тут еще тоньше рулоны, 156 рублей. Из четырехслойных есть Софион, но здесь 4 рулона, в упаковке 67 рублей. Тоже неплохая, содержит серебро. Релакс двухслойная, 8 рулонов, 107 рублей. Полотенца бумажные, 1 рулон, 82 рубля, двухслойная. И полотенце бумажное, 81 рубль, спасибо, называется, за заботу о природе. 1 рулон, 81 рубль, двухслойная. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Прямо из новенького, только что открывшегося маяка. Покажу вам парковку. Это слева, если вы заедете от магазина «Маяк». Вот здесь такая дорожка. Видите, тоже надпись «Маяк низких цен», гипермаркет. И здесь парковка. Машин 20 точно поместится. Так что, если вы на машине, проезжайте смело проезд перед маяком, за шлагбаум, и затем налево, и слева за зданием прям парковка.